Доброго дня, друзья! Это спецпроект о выращивании сои и получении высокого белка. И сегодня с нами на связи агроном-консультант компании «Биона» Анастасия Князева. Анастасия, здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Ну, надеюсь, сегодняшнее наше общение будет достаточно продуктивным и интересным для вас. Анастасия, последние 2 года стал актуален вопрос, как получать сою именно с высоким качеством, потому что в этом году разбег по ценам достаточно большой и сильный дисконт дают переработчики, если соя не обладает хорошими характеристиками. Многие сельхозпроизводители отмечают, что улучшить качество соевых бобов можно за счет инокуляции семян. Расскажите, пожалуйста, зачем проводить инокуляцию и может быть, есть ли какие-то правильные штаммы для протравки сои? Ну, конечно, по сути, единственное, чем можно увеличить качество сои, это инокуляция. Потому что основной параметр качества сои, который смотрят при оценке, при закупке, это белок. А белок у всех растений получается только, когда они получают азотное питание. Как следствие, инокуляция, клубеньковые бактерии, именно они дают нам это азотное питание для растений. Поэтому крайне важно подобрать тот инокулянт, который будет работать, я бы даже сказала, не на определенной культуре, не на определенном сорте сои, да, а именно в определенном регионе. Потому что различные клубеньковые бактерии все-таки по-разному относятся, допустим, там, к кислотности почвы. То есть вот стандартная наша бактерия, которая идет практически во всех инокулянтах, Бродерризобиум японикум, она не совсем хорошо относится к почвам, где кислотность стремится к пятерке. Все-таки Элкани, Бродерризобиум элкани, она более устойчивая, более спокойно относится к кислым почвам. То есть у нее намного больше шансов образовать клубеньки, как если обеспечить качественное азотное питание для сои. Вот в этом разрезе лучше всего рассматривать инокуляцию. Для различных регионов у нас разработана линейка препаратов. То есть, во-первых, есть два жидких, один сухой, да, то есть это под различные нужды хозяйства. Допустим, если хозяйство закупило уже протравленные семена, ему удобнее всего нанести будет сухой инокулянт на основе торфа, уже в бункер сеялки, перемешать и посеять. Или же некоторые наши сельхозпроизводители вносят такой инокулянт в бетономешалках для того, чтобы меньше травмировать семена сои. То есть различные варианты. Этот препарат называется Нитрофикс-П. Если же мы рассматриваем линейку жидких препаратов, то там вот как раз-таки они и отличаются составом. То есть в одном Нитрофиксе П есть Бродерризобиум японикум, то есть это именно для тех почв, для тех условий, где нету слишком критичного воздействия на микроорганизмы. Они чуть менее устойчивы. Если же мы рассматриваем почвенные условия, это достаточно кислая почва, там, где вносится много почвенных гербицидов, они тоже немножко препятствуют нормальной инокуляции. Там лучше выбирать более сильные организмы, это, например, Бродерризобиум элкани. Вот как раз-таки в препарате Нитрофорс у нас содержится и Бродерризобиум японикум, и Бродерризобиум элкани. То есть две бактерии, которые обеспечат хорошую инокуляцию в любых условиях. Слышала от сельхозпроизводителей такое мнение, что некоторые инокулянты для семян влияют на текучесть семян, то есть при севе возникают проблемы. Сталкивались ли вы с этим и советуете ли вы применять именно сухой инокулянт там, где сложные условия сева, например? Мы сталкивались вообще с самым широким спектром сложностей, да, которые только могут быть. Где-то это были другие препараты, где-то наши. Тут все-таки особенности сеялки, да. Ну, допустим, если мы рассматриваем сеялку с пневмовысевом, и если мы в такой сеялке применяем сухой инокулянт, то, во-первых, есть вероятность того, что он будет сдуваться с семян. А второе, он будет забивать саму сеялку. Не критично, это возможно.
Допустим, второй вариант. Если производитель все-таки решил, что надо добавлять прилипатель на семена до того, как инокулировать сухим инокулянтом. Тут опять-таки тоже возможно слипание, грубо говоря, в комок этих семян за счет прилипателя, за счет того, что там есть торф, оно все вместе собирается и может также забивать сеялку. То есть наш препарат, в принципе, разработан таким образом, что он не требует каких-то дополнительных прилипателей. За счет статики, за счет очень мелкой структуры, он хорошо налипает сам по себе на семена и на них держится. То есть, да, конечно, есть отдельные нюансы, которые проговариваются с каждым хозяйством для конкретно его условий. Можно ли сказать, что инокуляция семян обеспечивает сою всем необходимым азотом? Или в течение вегетации еще потребуются какие-то дополнительные обработки? Может быть, внесение в корневую зону азотфиксатора? Ну, смотрите, тут эта дискуссия, мне кажется, возможно, часа на три, как минимум. Азот и соя, как они дружат, в какую фазу вносить, не вносить, и что это за собой повлечет. Но если очень так вкратце, да, разобрать такой момент, клубеньковые бактерии обеспечивают полностью сою азотным питанием. Наоборот, если мы будем пытаться подкармливать сою в процессе, то есть мы вот вышли на поле, смотрим, там третий, тройчатый, там этот промежуток времени клубеньки только-только образуются, и соя может выглядеть немножко ослабленной. У агронома естественное желание будет подкормить. Ну как это так? Его несчастные растения стоят, вот это вот кушать хотят. Он внесет азот и, как следствие, полностью нивелирует эту инокуляцию, которую провел. Потому что, по сути, голодное растение именно стимулирует клубеньковые микроорганизмы фиксировать азот из воздуха и передавать растению. Если же получается таким образом, что мы подкормили, то клубеньковые растения, они, в принципе, достаточно ленивые. Им проще усваивать минеральный азот, чем из атмосферы. Поэтому, во-первых, они перестают работать, они вот становятся такого зелененького цвета, вместо того, чтобы быть красненькими. Кстати, это основной критерий, как отличить рабочий клубенек от нерабочего. И все, в последующем растение будет находиться в постоянном стрессе из-за нехватки азота, потому что, да, в этот момент мы подкормили, грубо говоря, когда растение было ослабленным, но оно быстренько получило свое азотное питание и уже не может в дальнейшем получать его от клубеньков. Поэтому сельхозпроизводителю надо будет или постоянные подкормки листовые проводить, или же он не дождется прямо сильно хороших урожаев. Сейчас сою не часто защищают различными химическими фунгицидами, потому что болезни на этой культуре распространены не сильно, по крайней мере, в центральной России. А на Дальнем Востоке, говорят, различные бактериозы и заболевания, спровоцированные грибами, уже прогрессируют. Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Что видели вы на поле и какие схемы защиты нужны или не нужны сейчас этой культуре? Как говорится, что мы только не видели на наших полях, да? И да, бактериозы в последнее время, ну, тут хороший вопрос, или их стало больше, или на них начали больше внимания обращать, то есть все-таки лабораторные анализы различных образцов последние годы стали более популярными у сельхозпроизводителей, то есть агроном хочет разобраться, чем именно болеет культура, и чтобы выбрать нужную обработку. Поэтому часто на таких анализах проявляется бактериоз, мы его видим. Он может проявиться еще в фазе семидоли, когда семена только-только всходят, может проявиться потом в последующем на листовой поверхности. Вопрос состоит вот в чем. Ни один химический фунгицид не в силах справиться, потому что априори фунгус – это гриб, то есть фунгициды, они работают против грибных заболеваний, против бактериальных, к которым относится бактериоз, они не могут сработать. Поэтому с этим
Единственное, что пока что может справиться, это биологические фунгициды, биологические препараты на основе там Bacillus subtilis, Pseudomonas aerofaciens. Вот. Они содержатся у нас в таких препаратах, как Баксис, Бактофор, Респекта 25. По грибным заболеваниям мы тоже достаточно много и часто сталкиваемся с заболеваниями сои. Да, очень многие сельхозпроизводители пока что не ведут таких обработок, как, допустим, там на зерновой группе, на сахарной свекле, чуть меньше внимания уделяются, потому что все-таки больше защищают от вредителей, они наносят намного больше урон, вот, чем заболевания. Но вместе с тем, особенно на начальных этапах роста, это очень-очень важно, потому что полевая скорость может снижаться очень-очень сильно. Ну, допустим, у нас в прошлом году было одно хозяйство поближе к Тамбову. Вот, они обратились с проблемой бактериоза как раз-таки. Но у них там был не только он на семенах. И в последующем выяснилось, что схожесть была менее 60%. То есть, по идее, такие семена вообще не используют для посева. Вот, но вместе с тем, ну, так как мы этой информацией изначально не владели, то есть только в последующем выяснилось такое вот печальное положение. Мы отработали инокулянтом нашим, Nitrofix P был, дали Респект уже как фунгицид для защиты от этого, от бактериозов. Вот, и дали прилипатель. Вот этой вот смесью мы отработали. Агроном был очень доволен, хотя изначально он достаточно критично относился к биопрепаратам. И в последующем уже перешел и на биологические обработки по вегетации. То есть, что я этим всем хочу сказать? Биология справляется ничуть не хуже химии по заболеваниям грибного происхождения. А по бактериальным тут ей пока что нету конкурентов. И да, стоит сою защищать, тогда мы будем получать намного более высокие урожаи, потому что будет намного меньше выпадов. Но все-таки эффективность биологических препаратов, как верят многие сельхозпроизводители, уступает химическим. Поэтому вопрос такой, как ими работать, чтобы эффективно защищать сою? Нужно ли работать превентивно? Какие должны быть дозы? И опять-таки, биологические препараты – это системные или контактные препараты? Ну, наверное, проще всего будет ответить на последний вопрос. Все биологические препараты – это контактного действия. То есть они остаются на поверхности листовой, они не проникают внутрь растения. Вот. Работать биологией, да, конечно, лучше превентивно, потому что если мы приходим на поле, где уровень зараженности более 30%, то мы, в принципе, агроному не рекомендуем работать с биологией. Лучше работать с химическими препаратами. Но я вам так честно скажу, очень часто при таком уровне поражения растений даже химические препараты не справляются. Биологии лучше всего работать заранее, как я уже сказала. Допустим, каждый агроном знает свои поля. Он знает, на каких культурах больше всего каких заболеваний. И если он заранее, то есть, допустим, предвидит, что будет теплая, влажная погода, прошли осадки, или растение было ослаблено нехваткой питания, все-таки стоит обработать препаратами, будь то химические, будь то биологические. Если мы рассматриваем биологические фунгициды, то дозировки там у нас различные, от 1,5 литров до 2. Вот, в зависимости от того, насколько поражено вообще поле. И подбирается, как правило, все индивидуально. Ну, в принципе, есть у нас каталог, сайт, все прописано. Если у кого-то будут вопросы, то есть там можно посмотреть. А еще лучше нам позвонить, мы расскажем, как лучше, и подскажем. В последние годы сильно вредит паутинный клещ на сое. Скажите, пожалуйста, работает ли он против этого вредителя? И против каких еще вредителей работает? Ну хорошо, смотрите, у нас есть инсектицид, он называется Каржи.
Вот, он работает против достаточно широкого спектра вредителей, то есть это и паутинный клещ, и чешуекрылые, и различные сосущие, то есть там мраморный клоп, тля, то есть да, очень широкий спектр действия, но необходимо учитывать особенности развития каждого вредителя. Ну вот, допустим, если мы против паутинного клеща, допустим, отработаем всего один раз, да, мы убьем самого клеща, но останется яйцо. Надо понимать, что дня через 3-5, в зависимости от температуры и так далее, надо повторно отработать. Потому что очень многие думают, что отработали один раз с инсектицидом, и все, они полностью защищены. Нет, надо смотреть за фазами развития, потому что да, есть препараты, которые воздействуют и на яйцо, но их достаточно мало, и все равно отрождение будет. Поэтому необходимо следить за развитием именно вредителя. Что касается чешуекрылых, мы работаем замечательно на первом, третьем возрасте вредителя, то есть на младших возрастах. Если же вредителя, ну, допустим, кого мы возьмем? Ну, ту же совку, да, если зайдет на сою. А первый-третий возраст она находится на поверхности. Дальше она уходит внутрь и начинает уже повреждать будущий урожай по факту. Так как вся биология – это контактник, как я уже говорила, инсектицид не исключение, он тоже контактник кишечного действия, то он не сможет попасть к вредителю. Вредитель должен его съесть. Да и к тому же в более старших возрастах, когда гусеница уже стремится к окукливанию, она меньше питается. И как следствие, меньше препарата попадет в ее пищеварительную систему, поэтому может не так хорошо сработать. Почему еще? По жесткокрылым у нас есть очень хороший опыт работы, тоже опять-таки. Я обобщаю жесткокрылые, потому что мы работали и на пыльцееде, на бронзовке, на колорадском жуке. Да, они не подходят для сои, но если, в принципе, повреждения будут именно от жесткокрылых, то опять шикарно будет работать. Желательно, очень желательно, не только с биологическими, он, допустим, акаром. Если вы работаете по паутинному клещу, допустим, или там по трипсу, если что-то такое, да, обязательно добавляйте растекатель. Потому что, допустим, соя, она очень сильно опушенная культура. Листовая пластина у нее покрыта таким мягеньким пушочком, но этот пушочек мешает проникновению препаратов. Поэтому без растекателей, особенно если вы применяете маленькие дозировки расхода рабочего на гектар, то тогда будет недостаточно, чтобы нормально покрылась листовая пластина препаратом, и он будет намного хуже работать. Если вы применили растекатель, эффективность как минимум процентов на 30 повышается. Это как минимум. Вот. Поэтому, да, или выбирайте свой растекатель, или берите, допустим, там у нас Adugreen Integrum есть, тоже очень хороший растекатель, но обязательно с инсектицидами его необходимо применить. Некоторые сельхозпроизводители практикуют сев сои по сои для того, чтобы улучшать качество соевых бобов, для того, чтобы, наверное, культивировать бактерии в почве, которые с соей взаимодействуют. Но в то же время логично из этого вытекает риск ухудшения фитосанитарного состояния полей. Можно ли как-то бороться с предполагаемыми патогенами? Ну, мой и не только мой взгляд на этот вопрос состоит в том, что бороться обязательно можно, нужно. И да, соя по сое это очень хорошо по факту, потому что первый год она дает один из самых низких урожаев. Второй, третий повышается вплоть до пятого. На пятый год происходит снижение. Это вот мы общались с производителями семян сои. Нам, как производителям, интересно пообщаться друг с другом, узнать нюансы все-таки. Но, да, вы абсолютно верно сказали, есть побочный эффект от этого.
ко всем плюсам накоплению бактерий правильных, которые на инокулянтовом радиоризобиуме вот эти вот, есть еще и минус. Накапливаются точно так же патогенные заболевания. Вот, поэтому, если вы планируете высевать монокультуру, как соя по сое идет, то очень желательно проводить, мало того, что обработки по вегетации, следить за тем, чтобы растения не становились похожи на прокаженного, чтобы они не были больными настолько, что печально на них смотреть к концу вегетации своей. Когда уже, казалось бы, это не будет прямо сильно критично влиять на урожай. Да, на этот урожай оно критично не повлияет, оно может повлиять на следующий год, на следующий урожай. Вот. И второе, очень желательно применять различные деструкторы. Вот мы разработали деструктор, который не только разлагает растительные остатки. Вот, все знают про триходерму. Триходерма сейчас у нас есть везде, разве что ее в йогурт не добавляют. Вот, но и также заботились еще тем, чтобы больше угнеталась патогенная микрофлора, которая находится в почве. Поэтому мы добавили туда Bacillus subtilis. Они замечательно дружат в одной баковой смеси друг с другом, и поэтому мы получаем двойной эффект. То есть мы разлагаем растительные остатки, они быстрее минерализуются, потому что именно все плодородие почвы, оно происходит за счет микроорганизмов. Не будет микроорганизмов, не будет плодородия почвы. Растения могут питаться только минерализованными питательными веществами. Поэтому вот эту вот органику микроорганизмы переводят в доступную форму для растений намного быстрее и, скажем так, качественнее, то есть больший объем питания возвращается. И плюс к этому ко всему Bacillus subtilis, сенная палочка, она хоть и тоже разлагает целлюлозу, но... Извиняюсь. Вырабатывает очень много и фунгицидов, и антибиотиков, которые будут подавлять патогены. Самое главное, что все микроорганизмы, они не могут выработать резистентность. То есть, казалось бы, вот мы бактерисом, субтилисом отработали по вегетации, там два раза внесли его еще в почву, так бактерия привыкнет там или гриб какой-то скажет, да ладно, это все наши соседи, друзья. Нет, такого не будет. Резистентность не возникает при применении биологических препаратов. То есть вы их применяете, это тоже живые микроорганизмы, они точно так же, они хотят кушать, они хотят жить, им нужна территория. И они будут вырабатывать те метаболиты, которые будут угнетать любой организм, находящийся патогенный рядом. Им надо бороться за субстрат, за питание. И вот получается, если мы вносим вот такой вот деструктор, двухкомпонентный, это эффект биоспоровый концентрат у нас, на растительные остатки после уборки, то мы на следующий год получаем какой эффект? Первое, у нас все питание вернулось в почву из растительных остатков, а поверьте, его там достаточно много. Оно ж не все уходит с урожая. Вот. И плюс к этому ко всему мы получаем более здоровое поле. Я надеюсь, что все-таки за биологическими препаратами будущее, потому что если заботиться о будущих урожаях, а самое главное о здоровье там, своих детей и внуков, очень важно этому все-таки уделять внимание. Но с экономической точки зрения биологические препараты по-прежнему остаются более бюджетными по сравнению с химией. По большей части да. В последнее время очень много пошло препаратов с различных других источников, будь то действующие вещества именно с Китая, которые достаточно дешевые. Вот, допустим, различные препараты поступают с новых территорий. То есть отдельные поставки есть, которые существенно дешевле среднерыночной стоимости химических препаратов. И как следствие, очень часто биология становится на уровне с этими препаратами. Но если рассматривать адекватные
цены, адекватные препараты, мы всегда получаемся дешевле, будь то инокулянты, будь то обработки по вегетации. Даже если мы посмотрим на какие-то подкормки, допустим, биоконсорт вегетация, да, это что у нас, аминокислоты, микроэлементы, оно идет плюс-минус одинаковое по рынку, у кого-то чуть-чуть дешевле, у кого-то чуть-чуть дороже, но такие препараты, их необходимо применять. Вот. Они нужны растениям из-за того, что мы как раз-таки применяем очень много химических препаратов. А именно та биология, которая производится на предприятии, то есть это ферментированные продукты, она получается намного дешевле. Анастасия, спасибо вам большое за то, что поделились своим опытом. Надеюсь, что наш проект будет полезен всем. Ну а у вас появятся новые сторонники, новые последователи. Вам спасибо огромное. Если у кого-то будут вопросы, я надеюсь, мой телефончик где-нибудь опубликуют, и ко мне смогут дозвониться, обратиться. И, скажем так, мы постараемся помочь именно с вашим полем.